это Карл. Карл – человек-бренд, разносторонность которого граничит с гениальностью да Винчи. Карл Лагерфельд ворвался в мир моды стремительно и в свои 80 с плюсом не собирается уходить на заслуженный отдых. Категорически не любит говорить о возрасте и личной жизни, зато с удовольствием делится с миром идеями через свой стиль. Карл Лагерфельд невероятно талантливый, очень гениальный и трудолюбивый, работоспособный человек. Об этом говорит тот факт, что ему приходилось одновременно работать на 4 дома моды, где он создавал уникальные коллекции, которые соответствовали в том числе и тем заданным трендам, которые данный дом проповедовал. Одновременно, кстати, выпускает и свою собственную линию. С 83 года прошлого века произошло объединение двух самых громких имен столетия – Карла и Коко. И это стало настоящей сенсацией, причем с самой первой коллекции. До сих пор традиции модного дома Шанель остаются нетленными. Твид, джерси, выдержанность образа, благородные оттенки бежевого, черного и белого. Вместе с тем Карл Лагерфельд омолодил стиль Коко, сделал его более современным, смешал деним и твид, джерси и кожу. С его легкой руки такие несочетаемые текстуры теперь на пике популярности. Он также имеет на все свою точку зрения. Так, например, когда многие дизайнеры отказывались от работы с натуральным мехом, он очень активно сотрудничал с Fendi, создавал для них просто невероятные конструкторские шедевры из натурального меха. Кстати, логотип Fendi, 2F, одна из которых перевернута, его рук дело. Талантливый человек, талантлив во всем. Порой ему хватает 4 часов для того, чтобы выспаться, а все остальное время он посвящает своей любимой работе. Он не только великолепный модельер, он еще прекрасный фотограф, он сам снимает свои коллекции. Он один из тех модельеров, кто сам отрисовывает, то есть он создает свои эскизы самостоятельно и затем требует 100% выполнения того, что он придумал. Кроме того, он невероятный книголюб. Из каждой поездки Лагерфельд привозит новые книги. Самые любимые авторы модного гения – Бальзак и Достоевский. Но в приоритете всегда литература об искусстве. Поговаривают, что книг у него больше, чем в любой государственной библиотеке. Как-то говоря о Шанель, Лагерфельд произнес: «Между развивать и сохранять я выбираю первое». И он действительно претворяет это свое желание в жизнь вот уже более 60 лет. И поэтому его называют Кайзер Карл, что означает, в общем-то, адмирал в мире моды, адмирал моды. И он действительно, без сомнения, на 100% соответствует этому званию. Последние показы в Париже весенне-летней коллекции «Шанель» продемонстрировали обилие цветов, легкость ткани и крайне интересные фасоны. Еще не смотрели? Вперед! Вдохновляться и восхищаться творениями модного гения 20 и 21 века!